Здравствуйте, уважаемые друзья! И сегодня мы проведем обзор на вино Мацу Эль Вьехо. Вот так выглядит бутылка Мацу Эль Вьехо. Мацу Эль Вьехо. Торо де Ош, 2016 год. Вино сухое, красное, защищенного наименования, место происхождения выдержанное. Регион Торо, категория ДО. Я не в курсе, что это значит. Посмотрю в интернете. Произведено из сорта винограда Темпранилья, выращенного в Испании. Сочетается с блюдами из птицы. Алкоголь 15% оборотов. Производитель Мацу Бодега Виньеда Экологинос. Винедос Экалахикас. Лагронья, Ла-Риоха, Испания. Ну, вот так выглядит бутылка. Откроем, попробуем на вкус. Забыл сказать, дата розлива 2018 год. Аромат мягкий, насыщенный. Пробуем на вкус. Сложный вкус. Вкус мягкий, но в то же время он как бы раскрывается. Я не знаю, как это объяснить. Я не сомелье, так, любительский обзор. Пьется легко, мягкий, но раскрывается небольшой характер у вина чуть-чуть. Такой. Да, чувствуется игра. В хорошем вине всегда чувствуется игра. Пьется легко, но в то же время растекаясь по ротовой полости,
навевает определенные эмоции и становится игривым. Вот. Немного игривым, но так смягченно. Не сильная буря эмоций, а так смягченно заигрывающим. Но все на этом, дорогие друзья, обзор на вино Мацу Эль Вьехо. Производство Испания закончено. Всем счастливо. Если есть возможность и желание, пейте вино. И здоровье, конечно. Если нет, то держитесь. Все. Всем счастливо. Всех благ. Спасибо за просмотр.